Ну что ж, ребята, здравствуйте. Вы на канале Shadow Game, и сегодня, ребята, необычное видео. Необычное в плане того, что сегодня мы глянем на вот это. Это у нас, ребята, новиночка на канале. Спасибо тем подписчикам, кто поддержал меня. Значит, вам не все равно на наш канал, как я понял, да? И вот приехал из ДНС вот такая вебочка. Теперь будем снимать уже на нее, и также пойдут на нее стримы. Давайте поглядим на нее. Так, вебка фирмы от Z Gaming, Циклоп 2, Циклоп 2, M100R2. Что же, вот такая вебочка. Снимем такой небольшой анбоксинг, глянем. Давайте поглядим сначала на то, с чего я стрим. Вот, вот. До этого была вот такая камера HD720 от Defender. Кстати, удивительно, но и с ней как бы и не хочется прощаться на самом деле. Она неплоха. Но HD, все-таки HD, вот даже Full HD в ней нет, в этой вот вебочке. Так что такое, 1280 на 720, это уже как бы такое. А вот эта новая вебочка, ну смотрите, в ней есть 2К. 2К 30 FPS. Но эта вебочка, сразу скажу ее цену, 3800, да? В ней имеется 1920 на 1080 Full HD в 60 кадров. И это, я бы сказал, за такую сумму, не знаю, это просто невероятно. За такую сумму вы не найдете даже приблизительно что-то эдакое. Так, здесь еще пишут, что имеется микрофон, имеется ручная настройка. То есть не автоматический, тут не автофокус, а то, что вы будете настраивать ее вручную. Хотя автофокус не всегда good, не всегда good. В зависимости от освещения может с вами какую-то злую шутку сыграть. И это будет такое себе. И, конечно, есть трайпод. Трайпод. Небольшой штативчик для нее придумали. Так. Вот что-то тут написано. Это что-то не по-русски. Вот, по-русски. Так, 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 так. Короче, модель, тип матрицы. Смотрите сами разрешение. Имеется максимальная частота кадров 60. То, что нам для стримов, да. То, что будем играть в Dead by Daylight, в нашу любимейшую, как вы видите. Думаю, 60 кадров для вебки будет очень клево. Угол обзора, мне сказали, здесь стандартный, USB 2.0. Тип микрофона встроенный всенаправленный. Комплектация веб-камера, штатив, руководство пользователя. Ну, как-то так, друзья. Что же? Давайте, наверное, откроем это невероятную вещь. Мне уже тут открывали, делали надрез, поэтому вот открывается она как-то так. Все видно, видно. Так, и вытягивается. Итак. Вот как-то так. Вот как выглядит вебка. Но согласитесь, неплохо, как по мне. Как по мне, неплохо. Имеется длинный шнур, окончание, естественно, USB, и вот такой вот небольшой, совсем небольшой штативчик, как-то так. Что ж, давайте ее подключать к компьютеру и поглядим на качество. Думаю, все познается в сравнении, сейчас увидим. Ребята, еще раз спасибо большое. Именно вот на что мы собирали денежку, на буквально, да, происходило на прошлой неделе. И именно донаты идут на развитие канала.
Так что спасибо вам огромное, кто поддержал. Что ж, ну а мы продолжим. Как-то так. Итак, что же хотелось бы отметить? Вот этот вот штативчик, буквально я его немного поразглядывал. Ну, сказать что-то в нем, что-то интересного, вряд ли можно. И вряд ли я его буду использовать, но все же приятно, что он есть. Он совсем-совсем небольшой. Пару видов вот этих вот регулировок, как-то такое. Также еще чего хочется отметить, доступное руководство пользователя. Все в картиночках, как подключить, как вывести на экран все это. Также технические характеристики. Это приятно, это на русском, это доступно. Единственное, еще хотел отметить, сняв старую камеру, тут можно было видеть, здесь стоит индикатор. Ну-ка, фокусируйся. Не хочет. Не хотит. А, вот. Короче, вот здесь загорается лампочка. Загорается лампочка, когда камера включена. Здесь же, вот я поставил уже на кольцо, защемил я вот так прищепочкой. Здесь же нет индикатора, но здесь есть вот такой вот переключатель. Блин, из-за кольца, то, что я его включил, фокус не ловится. А, вот ловится. То есть он off, здесь щелкается, переключается. В принципе, это тоже удобно. Как только я подключил к USB-хабу, да, то есть вот USB-хаб, я включил ее сюда, включил кольцо, моментально все отобразилось в OBS. Просто моментальнейшим образом, ничего я не переделывал, все как должно быть. Сейчас нажму. Устройство захвата видео. То есть вот он я появился. Уже что я могу добавить? Появилось уже больший угол обзора. Также пользовательский пока стоит в HD качестве, как и было. То, что как и здесь было в этой старой камере 1280 на 720 30 кадров. Но я сейчас думаю подрегулирую, и уже, я думаю, мы увидим на стриме уже большее и большее качество в тот же самый DBD, в том же самом Dead by Daylight на стриме, когда что-то будет активно происходить, никакого распада качества не должно происходить. Как-то так, ребята. Так что увидимся на стримах. Ребята, еще раз спасибо огромное за поддержку, за то, что вы так мне помогли и удружили с этой вебкой. Спасибо вам огромное. Ребят, ну что, подписывайтесь на канал и увидимся на стримах уже вот-вот. А вам спасибо огромное за внимание и удачи, и пока-пока!